ярко нашего ФСБ, что это Майдан был допущен. Я бы лично, я бы там расстрелял всех нахрен просто на этом Майдане сразу. Когда я был в конце года там, да, ну, узкие вещи, я говорю, то, что меня интересует. Речь у нас стоит высокоскоростной железной дороги с СЖД и интеграции в торговый союз, который сейчас образуется в Армении, Киргизии, Беларуси. Никакого Евросоюза это в помине быть не могло. Это наше политическое государство, которое 75%, ну там, вау, дохода там, ну, с Украины было, когда Советский Союз был. Допустить, чтобы там какой-то Евросоюз был, это мы не могли просто.